Сегодня 9 июня. Я немножко поздно выехал сегодня на море. Сейчас 9 часов 25 минут. Вот, и так бы, конечно, уже можно бы и собираться, но сегодня облачность небольшая, солнце не яркое. Поэтому вполне можно отдохнуть. Пляжу, поэтому сейчас вы увидите все, что происходит сегодня 9 июня 2015 года на Анапском пляже.
тут продолжают строить.